Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вас приветствовать на своем канале. Совсем недавно я снимал видеообзоры на два ножа от фирмы SteelWheel. Американская фирма имеет заводы на Тайване, в Италии и, в общем, кругом. Это было два ножа Каджек и SteelWheel Modus F25 с синей рукоятью. А это у меня два брата-акробата SteelWheel Modus F25. Вот это 19, а это 14. Коробка вот такая. Внутри она вот с вкладышем, вот так вот разбирается. Здесь все подписано, штрих-код, аббревиатурки. В общем, все очень презентабельно. Имею страсть к маленьким ножам, поэтому, когда они приехали, я ими долго игрался, флиповал. В общем, получил эстетическое наслаждение. Но давайте по порядку. Возьмем вот этот нож, он мне больше нравится. Он такой красивый черный Black Wash, серый ФРН, таким оранжевым бэкспейсером. Кстати, отличие между этими ножами только в цвете клинка. Здесь сатин, здесь Black Wash. Цвет фурнитуры, цвет бэкспейсеров алюминиевых, цвет клипса. Так ножи абсолютно одинаковые. И так характеристики. Общая длина ножа 180 мм. Длина клинка 75 мм. Режущая кромочка у нас 70 мм. Вот на этом клиночке очень хорошо видно, как сделано, как сделаны подводы. Здесь просто замечательно. Кстати, вогнутые спуски от почти от обуха, режет ножичек просто исключительно хорошо, что один, что второй. 0,4 сведения, 3 мм в обухе. Клиночек у нас в виде ворнклифа. Вот с таким горбиком одним, вторым здесь насечки. Причем смотрите, какой мощный клинок. Здесь почти у нас почти 16 миллиметров. То есть клиночек такой вы не сломаете ни при поперечных, ни при продольных насечках. Здесь небольшая дулька для того, чтобы удобно пробраться к ножу и затачивать его. Так, ручка у нас ФРН, бэкспейсер алюминиевый, замочек Liner Lock, замочек у нас треугольником, очень хорошо фиксирует клинок. Отсутствует у нас, вернее, он спрятан, штифт упорный, он вместе с клиночком, видите, внутри ездит по таким бороздкам в, лайнерах. Лайнер облегчен с этой стороны. С этой стороны у нас сделан упор на мощность лайнерного замка. Замок на начало пяточки. Все хорошо. Механика на шайбах. Флипуют ножи оба. Оба ножа флипуют просто замечательно. Несмотря на то, что вроде маленький вес. Вес, кстати, ножей 82 грамма. Маленький вес. Нож настолько хорошо сбалансирован. И вот здесь где-то центр тяжести клиночка, что флип у ножа просто замечательный. Не надо ни доводить, ни дощелкивать, ни домахивать. Ничего не надо делать. В общем, ножи просто замечательные. Смотрите, как хорошо сделано здесь все. Спуски вогнутые. С этой стороны Modus F25MD2. Здесь стальная воля, SteelWheel. В общем, стильный, маленький, хороший ножичек. Так, давайте будем сравнивать. Маленькие ножи с маленькими ножами. Ну, мой любимый маленький нож. Это, конечно же, Pioneer Alox. Вот я его ношу в кармане. Посмотрите, в принципе, размер тот же самый. И фактически братья, это 556 мини-грептилиан. Очень хороший нож, с хорошей механикой на аксисе. Но вес его 72 грамма и
такой же 555, вес 73 грамма. У этих ножей спуски от середины, и у нас здесь шпенечки, здесь такой спайдер холл. То есть тут, в принципе, если вы порежете продукты, ножи надо будет чистить. Хотя сейчас обидятся все почитатели бенчмейдов в том, что я тут какие-то претензии предъявляю к их любимцам. Но на вкус и цвет, как у нас говорят, все разные. Но скажу, что вот эти два ножа, даже по сравнению с вот этими ножами, выглядят, ну, помощнее. Во-первых, клинок и толщина клинка, и вообще такие маленькие ломики. Очень хорошо ложится рука, все пальчики здесь вот себя находят. И даже вот у меня последний мизинец вроде как должен соскакивать, но он даже здесь цепляется. Рука у меня небольшая, и, честно говоря, нож в руке сидит очень хорошо. Причем большой палец может ездить по всей длине клиночка для того, чтобы какие-то делать такие резы, надрезы. Понятно, что 70 миллиметров режущей кромки — это не все 100% задач, которые вы будете ставить перед своим ножом. Но 80% всех задач для EDC ножа этот нож выполнит. Хотя скажу вам, что даже среди нажиманов, вернее, в основном среди нажиманов, есть такая поговорка, что до маленького ножа нужно дорасти. Маленький нож — это всегда здорово, легко, удобно. Это всегда прикольно. Не пугаете вы людей. И, честно говоря, если вы носите с собой маленький нож, даже такого формата, в виде такого маленького тактика, ломика, поверьте мне, он вас и защитит, накормит и напоит, и сделает вашу жизнь более комфортной. На этой позитивной ноте хочу обзор свой закончить. Прошу любить и жаловать. Ножи у нас в Украине не продаются, привозятся из Европы. Эти два брата конкретно вроде как были из Италии, но оказалось потом из Тайваня. Цена этих ножей где-то около $60. В Украине они будут стоить где-то 1380-1400 гривен. В общем, кому нравятся в коллекцию такие ножи, можно заказать. Обращайтесь ко мне, пишите в комментарии. Если вы живете в Украине, могу помочь. Вообще ножи довольно редкие. Выпуск 2019 года. Коллекционеры за ними гоняются. Ножи хорошие. D2. В общем, рекомендую. Прошу любить и жаловать. Если у вас точно такая же страсть к маленьким ножам, как у меня, приобретайте, наслаждайтесь. На этом у меня все. Всем хорошего настроения, до новых видео, пока!